Всем привет! Небольшая инструкция, как провести соревнование по прыжкам в длину с места. Для этого нам понадобится скотч. Можно, вот у нас строительный есть, можно малярный использовать, любой другой. Главное, чтобы он не прозрачный был, чтобы хорошо было видно линию. Можно также пластырь использовать. Рулетка, желательно в виде ленты, но можно также использовать строительную. Больше нам ничего не понадобится. Дальше мы растягиваем рулетку по всей протяженности, приклеиваем скотч так, чтобы 0 был в начале линии. Дальше необходимо отойти немножко от линии, так чтобы спортсмен был в полный рост, чтобы было хорошо видно линию, где находятся стопы ног. Дальше спортсмен совершает прыжок и останавливается на месте. Вы подходите и смотрите результат. Для точности можно приложить линеечку и посмотреть. Можешь отходить. Так, у нас результат получается 1 метр 75 сантиметров. Так, дальше мы разберем ошибки, при которых результат не принимается. Первая ошибка — это прыжок с одной ноги, вот как в виде шага. Вот это не считается. Вторая ошибка — это подскок на месте и дальнейший прыжок. Так тоже не считается. И третья ошибка у нас — это когда спортсмен становится на линию. Ноги стоят на линии. Это неправильно. Правильный прыжок. Покажи, как у нас. Правильно, ноги ставятся перед линией. Для участия в соревнованиях вам нужно записать видео с вашим прыжком, как вы прыгнули. Для этого необходимо помощник какой-нибудь, может быть тренер, мама, папа, брат, сестра, друг, кто угодно. Видео должно содержать только одну попытку. После того, как вы записали прыжок, необходимо зайти в группу ВКонтакте Федерации легкоатлетики Тверской области. Там есть ссылка на мероприятие, на страничку мероприятия, и туда необходимо загрузить это видео. И в описании указать свою фамилию, имя, полную дату рождения и результат, на который вы прыгнули. Еще раз напоминаю, видео должно содержать только одну попытку. Хорошо, четко видно сам прыжок, зону отталкивания и зону приземления с результатом. Соревнования у нас проводятся с 15 по 19 июня. Итоги будут подведены также в группе ВКонтакте 21 июня.